Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, это очередное видео из тех, которые мне нравится записывать больше всего. И не потому, что я скотина, которая любит халяву, а просто потому, что каждый из ваших подарков делает мне безумно приятно, потому что я их воспринимаю в первую очередь, наверное, как знаки внимания. Ну а уж потом воспринимаю как то, что находится в них внутри. Что касается подарка, который сейчас откроем, его прислал Марина4, спасибо тебе огромное. Он знает по поводу того, что я очень сильно хочу забрать себе Свиндлера из вот этого сезона 3 противостояния в максимально возможной комплектации. Правда, до максимально возможной комплектации здесь еще сниппетов собирать и собирать. И без вас, ребят, действительно не справлюсь, и я уверен, что в этом подарке сниппеты тоже будут. И здесь интересный вопрос: получится сейчас открыть себе Свиндлера или все-таки немножечко не хватит? Так или иначе, Марина4, спасибо тебе огромное за то, что прислал этот подарок, а вам, друзья, за то, что поддерживаете канал в его развитии доступными для вас способами. Не только подарками, не только донатами, но и очень сильно нуждаюсь в ваших лайках, в ваших комментариях и обязательно в ваших подписках, особенно если вы смотрите мои видео не первый раз и они вам нравятся. Все это помогает мне продвигать контент на YouTube и все больше и больше соревноваться с мастодонтами, которые его оккупировали. Ну что, ребят, открываем подарок. Огромное спасибо всем, кто участвует таким образом в развитии канала. И что у нас здесь внутри? Просто чума чумовая, обалденно, просто обалденно. Здесь у нас набор Су-76, UC-2PDR и PZ-2G. Все вот эти три коллекционки у меня в коллекции есть. Я очень люблю коллекционировать машины песочного уровня. Они на меня производят впечатление гораздо больше, нежели танки верхних уровней. Не знаю почему. И, кстати, обзоры на все вот эти вот машинки вы можете найти у меня на канале. А для того, чтобы их долго не искать, я положу вам ссылочки обязательно в описании. Поверьте, даже эти танки могут быть веселыми и классными. А главное, ребята, здесь получается у меня выходит компенсация голдой за каждую из этих машин. Здесь я получаю дополнительных 3 слота в ангаре, и что самое классное, получаю еще 390 сниппетов, а значит, приближаюсь все ближе и ближе к Свиндлеру. Ребят, помогите мне, пожалуйста, открыть данную машину в полной ее комплектации, если есть возможность, если вы готовы меня поддержать и хотите сделать мне приятно просто как человеку, а не ютуберу, сбрасывайте подарочки. Я вам буду только благодарен. Побежал снимать специально для вас следующее видео. Марина4, огромное тебе спасибо. Ты заслуженно получаешь звание спонсора на моем дискорд-сервере. Переходите, кстати, по ссылке в дискорд-сервер. Там много всего интересного. Там практически 1000 людей. Там проходят розыгрыши премиумных машин. Там мы, ребят, обязательно, как только получаем их где-то, публикуем бонус-коды и делимся другими новостями, а также информацией по поводу того, что сейчас находится в разработке у Wargaming. Побежал снимать. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.